У цьому році герою України Івану Михайловичу Гулому виповнилося 74. Його знали і поважали в області як керівника одного з найкращих господарств – доброго господаря та мудрого хлібороба. Центральна вулиця села Кобзівка, де жив та працював герой України, носить відтепер ім'я Івана Гулого. А справу Івана Михайловича достойно продовжує його внук. Хазяйство заслужене, хазяйство таке, я мало таких. Сейчас в Украине, не только в нашей области. И не допустить его распада, в первую очередь, сохранение людей на рабочих местах и с достойной заработной платой, с перспективой социальной сферы и жизни людей, то, конечно, нужно быть наравне, как минимум. Ну и, конечно, я думаю, что ему было бы приятно, если чтобы я его произошел. Кінець осені в агропідприємствах – це час, коли закінчено збирання урожаю та можна підвести підсумки. Промені результатами цього сільськогосподарського року задоволені. За економічними показниками господарство, як і попередні роки, перше в Красноградському районі. В сільському господарстві немає хорошого чи плохого року. Є ті чи інші обстоятельства, які підрозуміють дальніше прийняття рішення, що ти будеш робити далі. Тобто, в будь-якому випадку, одна культура – попадает в такие условия, что те планы, которые на нее ставились, не реализуются, но вытягивает другая. Сельгосвиробництво в Промені традиционно базуется на современной технике и передовых агротехнологиях, как в растительстве, так и в тваринництве. Это в первую очередь современные технологии доения, это современные технологии в кормовой базе. Многие говорят о том, что монокорм – это хорошо, то есть круглый год животные кормятся одинаково. Мы же, как всю историю мы работали, мы переходим на зеленую массу с весны до поздней осени, столько, сколько она есть. И наша кормовая база составляет именно зеленый корм. Как мы знаем, корова создана, чтобы есть траву зеленую. Поэтому мы даем ей природную возможность, максимально приблизив ее к условиям нахождения ее на пастбище. У цьому році надої молока досягли 7,5 тисяч літрів на корову. Що важливо, молоко найвищої якості, адже вже 10 років у Промені працює комп'ютеризований доїльний зал. Свого часу це був перший доїльний зал у Харківській області. А Євген Андрійович розповідає про плани щодо подальшого розвитку тваринницької галузі в господарстві. Ось цей сарай запущений в експлуатацію у 2012 році. Тобто на сьогоднішній день він заповнений. И места на сегодня уже нам не хватает. То есть перспективы повышения дойного стада на 100 голов, они стоят. Нам необходим еще один сарай, который будет параллельно с этим ставиться. Сейчас есть современные методы установки быстрых корпусов, то есть металлоконструкции, на что я, в принципе, рассчитываю на следующий год. А что касается, в зависимости от того, насколько будет хватать денег, мы будем думать уже о том, что дополнительно ставить или елочку, или молокопровод, в зависимости, опять же, от наших возможностей, которые покажутся в следующем году. В найближчих планах директора – налагодити в господарстві і виробництво компосту та забезпечити поля якісними органічними добривами. Это американская технология, которая позволяет сократить минеральные удобрения, химию на 30-40%, используя компост. Если мы вносим 50 тонн навоза на гектар в норме, то компоста необходимо 8. То есть можете представить, что, грубо говоря, за один год мы накрываем, если мы накрываем порядка 1000 гектаров в год навозом, то компостом мы сможем накрывать порядка 3500-4000. То есть мы компост можем носить полностью на все свои площади в течение года. И самый большой его плюс, что он вступает в реакцию, в работу буквально через 2 недели. Успадкував від діда Євген Третьяков не лише його хліборобський досвід та новаторський підхід до справи, а й шанобливе ставлення до людей. І розвиваючи виробництво, дбає про те, щоб зберегти робочі місця та створювати нові. Бо почуває себе відповідальним за долю земляків та за добробут їх родин. Поки у чоловіка є робота, він захищений соціально, він захищений економічно, він почуває себе сьогодні необходимым, нужным. А как известно, на сегодняшний день, наверное, это самое главное, что, о чем человек может думать. Продовжують у Промені і започатковану Іваном Гулим соціальну програму, якою завжди славилося господарство. То в этом году мы произошли даже прошлый. В прошлом году на социальную сферу было потрачено в течение года порядка 700 тысяч. В этом году это порядка уже около миллиона.
Люди же живут сегодня, кто-то сегодня рожает, у кого-то сегодня скорбные дни, кому-то надо учить детей, кому-то надо выкупать жилье, кому-то нужно купить автомобиль. То есть это все у нас работает. Эта программа, как была заявлена моим предшественником дедушкой, мы даем такие, как назвать, беспроцентные займы, что ли. То есть это все идет, опять же, через кассу, и мы выдаем, на, допустим, на покупку автомобиля на полгода, на год, рассрочку. Все, что касается наших людей, не только наших, нашими, я считаю, не только своих работников, но и своих пайщиков. Потому что их порядка 900. Представьте себе, какое это общество. И у этих 900 тоже есть родственники, дети, которые оказываются в сложных ситуациях. Мы в том числе практикуем выдачу паёв на год вперед, потому что жизнь сегодня диктует такие условия, что не всегда есть возможность в том числе и взять кредит. А здесь люди могут спокойно прийти, и мы постараемся решить по максимуму их проблемы и дать им возможность это почувствовать себя увереннее. Село Кобзівка виглядає заможним та упорядкованим. Є навіть баткомат, де люди отримують заробітну плату. До речі, вона в промені, найвища в районі, і складає в середньому 3900 гривень. А банкомат поставили, бо для людей зручно, а для господарства економічно доцільно, пояснює директор. Самое главное – это экономическая безопасность хозяйства, это наличие оборотных средств, это возможность смотреть в завтрашний день, когда это тяжело. Сельскохозяйственный бизнес, он отличается от любого другого тем, что, знаете, его никогда никуда не перевезешь. И думать сегодня о том, что завтра будет, обычный человек не подумает, а мне нужно думать о том, что будет через год. И хлеб надо сеять сегодня, чтобы он был завтра. І ще одну добру справу започаткував цього року Євген Третьяков. Відтепер у Кобзівській сільській раді будуть свої почесні громадяни. Директор променя переконаний, його земляки заслуговують такої пошани. Першими почесними громадянами стали герой України Іван Михайлович Гулий посмертно та ветеран Великої Вітчизняної війни Володимир Білаконь. Третя медаль буде вручена родині українського воїна, який загинув у зоні антитерористичної операції.